В 2023 году государственный секретариат по экономическим делам Швейцарии начал анализировать деятельность Женевской компании и ее дочерней компании в Дубаях. По данным следствия, в 2022 году швейцарская компания перевела свои операции с российской нефтью в Дубай и продолжала торговать по ценам выше установленного западными странами потолка в $60 за баррель, пишет Financial Times. Во-первых, швейцарские власти сигнализируют рынку, что не потерпят обхода санкций через дочерние компании в таких местах, как Дубай. Во-вторых, обратившись к генеральному прокурору, государственный секретариат по экономическим делам Швейцарии также дает понять, что требует сурового наказания, возможно, даже с тюремным сроком. Патрик Эберхард, эксперт по международной торговле и торговому финансированию, в комментарии Financial Times. В Евросоюзе нарушение санкций будет считаться преступлением на территории всех стран-членов. А доходы от нарушения санкционного режима против РФ будут подлежать конфискации в пользу Украины. Об этом говорится в резолюции Европарламента, принятой 12 марта в ходе пленарного заседания в Страсбурге. Европарламент предлагает, чтобы государства ЕС ввели в свои национальные законодательства наказания для физических и юридических лиц, нарушающих санкции. Правительства должны гарантировать, что обход санкций будет считаться в их странах уголовным преступлением, говорится в резолюции. Резолюция по директиве об определении уголовных правонарушений и наказаний за них позволит сделать санкции более эффективными. София Инетфельд, евродепутат из Нидерландов от группы либералов. Юридические неточности в национальных законодательствах давали возможность российским олигархам выбирать ту страну, члена ЕС, в которой России было легче обойти санкции, отметил евродепутат Тейс Рютен. Теперь резолюция обязывает каждую страну ЕС создать специальный орган, который будет заниматься координацией и сотрудничеством между национальными правоохранительными органами и институтами Евросоюза, отвечающими за осуществление санкций. Санкции и борьба с санкциями со стороны России – это интеллектуальное соревнование. Запад вводит санкции, Россия придумывает, как их обходить. Запад начинает перекрывать возможности для обхода. Россия видит и придумывает новые способы. Этот процесс постоянный, поэтому и давление со стороны Запада постоянно нарастает. Ну, собственно говоря, как и попытки России придумать другие способы обойти санкции. Поэтому давление есть. Давление постоянно увеличивается. В конце февраля в Министерстве юстиции США заявили об усилении обеспечения соблюдения санкций, экспортных ограничений и экономических контрмер в отношении России. В частности, как сообщили на сайте ведомства, 13 февраля были предъявлены обвинения в отмывании денег российской компании, находящейся под санкциями, за содействие российским гражданам в международном перемещении денежных средств. За последние два года наша оперативная группа задержала, арестовала и добилась решения о конфискации активов на сумму около 700 миллионов долларов у пособников россиян и предъявила обвинение более чем 70 лицам в нарушении международных санкций и экспортного контроля, введенных в отношении России. Предъявленные нами обвинения олигархам, посредникам и отмывателям денег – это следующая глава. Пока продолжается агрессия России, будет сохраняться и наша решимость привлечь к ответственности ее пособников. Мы твердо стоим на стороне украинского народа. Украина, в свою очередь, намерена конфисковать активы главного российского производителя аэробаллистической ракеты «Кинжал». С соответствующим иском Министерство юстиции обратилось в Высший антикоррупционный суд. Об этом сообщили на сайте украинского ведомства. Минюст не уточняет о конфискации, каких именно активов идет речь. Как пишет журналист The Insider, подрядчики российских предприятий, которые выпускают ракеты «Кинжал», до сих пор не попали под санкции ЕС. Кристина Домбровская для телеканала Freedom.